То, что вы сейчас видите, это стрельба. Обыкновенная стендовая стрельба. Вот только стенды у нас стали совершенно другими. Вы как-то видели в каждом боевике, как дробью рушатся машины и дома? Так это там, в Америке. И я недавно увидел, как там делаются дома в несколько миллионов долларов. Да никак. Каркас и панельная обшивка на дерево. И такие дома и прошибить, и вынести. И даже терминатора не надо. Кстати, насчет терминатора. В пятой части я бы порекомендовал его у нас снимать. Стены из шлакоблока сносить. Кстати, насчет шлакоблока. Хотите результат? Вот так его рушит обыкновенная картечь. Так что, любители шлакоблочных домов, вам-то понять надо. Приехал чувак с картечью, и нет вашего дома. Клевенько, да? Нужна только картечь. Все зрители вас благодарят, то, что мы показали, как работает. И вы в действительности постреляли. Но мы постреляли же не только в вашей СИП-панели. Потому что вот люди берут себе шлакоблочные дома. И что получается? Ну, да, то есть, как бы, как заметили, то есть мы сымитировали стенку шлакоблока, то есть два элемента были склеены между собой раствором, и установлена она, то есть, у нас на стрельбище. При попадании пули в шлакоблок, то есть он разлетелся пополам, тем самым не выдержал снаряда. Покажите, чтобы люди просто понимали. Вот. Ну покажи, вот нам просто покажи действительности. Выстрел был вот именно в середину, то есть двух шлакоблоков. Если пуля попала бы в среднюю часть шлакоблока, мало того, чтобы она прошила ее насквозь, и еще бы разлетелись остатки шлакоблока в разные стороны. То есть прошила также насквозь. То есть и это говорит о том, что шлакоблок тоже не останавливающий элемент для снаряда, для пули, либо для какого-то элемента огнестрельного оружия. Я вот посмотрел тоже американские сюжеты, да, где стены прошивают в том числе и из дроби. Дробь. Ну вот как раз таки здесь элемент панели, мы стреляли из него с дробью. Вот эту дробь, то же самое, я выковыриваю руками, вот она эта дробь. То есть у нас он даже не прошило верхнее покрытие, там, первый слой панели. То есть вот она дробь, то есть которая так и осталась у нас на верхнем слое панели. К слову, картечь либо пуля, выпущенная из дробовика. Вещь, конечно, клевая. Но вот только понять-то надо. С такими агрегатами вас, наверное, захотят убить. И, конечно, убьют в доме из шлакоблока. Я попозже объясню. Но картечь либо пуля, проходя через СИП-панель, снимают убойную силу. И если есть нормальный стол, либо стул, то за ним спрятаться легко. Теперь про результат. По сути, панель не рушится, и отверстие заделывается легко. Простая пенка, и живите дальше. Но вот шлакоблок. 10 выстрелов вверх, и если вы не повредитесь осколками, то плита вас задавит. Теперь про то, на что чихать вообще. Дробь. Да хоть 250 выстрелов, и ничего с вашим дешевым домом не случится. Пускай хоть обстреляются, и пока они рушат окна, вы можете позвонить в полицию. Они и окна восстановят, и сайдинг, да и сядут надолго. Ну и для справки. Мы попробовали прошить вашу СИП-панель из пукателя. Пукательная пулька отклонилась-то легко. Стреляв сегодня из гладкоствольного ружья, мы хотели показать о том, что как шлакоблок пробивается пулей, так и в принципе панели наши можно пули пробить. Но дробь, то есть это тот элемент, который очень часто используется охотниками, и в случае какого-то конфликта та же самая панель, она выдерживает, то есть как бы такой очень популярный огнестрельный элемент заряда.